приветствует московский транспорт. Трамвай следует по маршруту номер 45. До остановки Новогодняя площадь. Приятной поездки. Следующая остановка Поликлиника номер 116. Внимание! Закрыто движение трамвая от Курского вокзала до улицы Ракова. При проездах набережной Академика Туполева пользуйтесь бесплатным автобусом номер 224. Следующая остановка Дом культуры Метростроя. По требованию для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручне. Дорогие пассажиры, открыто движение на всей большой кольцевой линии метрополитена. Выбирайте новые удобные маршруты. Приятных поездок! Костомаровский мост. По требованию для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручни. Дорогие пассажиры московского транспорта, с вами Анна Хилькевич. Пишу поделиться новостью. Большая кольцевая линия теперь полностью открыта. Больше не нужно тратить время на пересадку через центр. Районы Москвы стали еще ближе. Приятных поездок! Thank you.
Костомаровский мост. По требованию. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Следующая остановка – Большая Андроновская улица. В салоне трамвая держите за поручень. Для выхода на остановке нажмите кнопку на двери. Следующая остановка.
Большая Калитниковская улица. Внимание! Закрыто движение трамвая от Абельмановской заставы до метро Авиамоторная. Для проезда в метро площадь Ильича и торговому центру города пользуйтесь автобусом номер
Октябрьское трамвайное депо. Следующая остановка – Новогодная площадь. Выход МЦД Калитики. Второй диаметр. Конечная. Новогодная площадь. Выход МЦД Калитники. Второй диаметр. Конечная. Трамвай дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. При выходе. Конечная. Трамвай дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогая их, сообщайте водителю. Всего вам доброго.